всеми нами любимый танцор индийского стиля Бхаратнатьям, приехавший из полсвета сюда, чтобы показать нам свои замечательные танцы. Встречайте, Алексей. И первый танец он взят из Гита Говинды Джайадева Госвами, которая повествует о любовной истории Радхи и Кришны. В цветущую весеннюю пору в лесу Вриндавана Радха томится в разлуке с любимым, видя, как нежный ветер цветов малати касается дрожащих лиан цветов лаванги. Она вспоминает прикосновение Кришны и аромат его тела, подобный аромату цветка. Когда она видит, как шмели, пьющие нектар цветов, подобно тому, как Кришна пил нектар ее красоты, укрылись в убежищах беседок вместе с кукушками. Это напоминает ей, как они уединялись в беседке вместе с Кришной и целовались. Вспомнив это, она представляет, как она целует Кришну, но опомнившись, понимает, что Кришны здесь нет. Весенняя лихорадка входит в ее томление, разлуки, и она просит подругу привести к ней Кришну, который в это время танцует с другими подружками. Thank you.
Та нам кутака, не кутака, та дикита, там ты.